Спасибо. Пока еще не поняли до конца. Ну, мы настраивались на игру, разбирали соперника. И по эмоциям, ну, на последней минуте там, да, забить это, там, не на последней минуте, а сколько там осталось, 30 секунд, там, не знаю, 20 секунд даже. Мы верили, делали свою работу и дослуженно выиграли, считаю. Это наша комбинация, да, это не со Шафнова, с аута было. Мы комбинацию свою выполняли, которую нам давал тренер. И все четко сделали, как бы прям до ниточек. Там, и Дуглас хорошо пас отдал, я просто замкнул в этот момент. Рад, очень счастлив, что помог команде. Ну, да, 111 матч, один гол, одни однерки, да, и как бы второй гол мог забить, но, видно, судьба не дала, потому что 1-1-1 у меня, и один должен был так произойти. И как бы я просто счастлив, что помог команде, и это, ну, коллективная игра, мы друг за друга играли и выиграли с хорошим настроением теперь. В любом случае, это как реванш, да, у нас уже с Португалией такие игры тяжелые, все знают, да, вот мы с ними сколько играем, всегда такие кость-кость, там, борьба и, ну, там, кто заслуживает. Значит, на тот чемпионат мира заслужили португальцы, в этом сейчас заслужили мы. Но у нас путь еще есть, далеко нам еще до таких празднований глобальных, потому что это всего лишь 1/8, ну, несмотря на то, что это чемпионы мира действующие. У нас есть еще 1/4 матч, мы будем сейчас нашего соперника ждать и будем настраиваться в следующий матч. Сейчас, ну, в любом случае, всегда нужно так один день хотя бы понять, там, вечер, не знаю, провести с таким хорошим настроением, а потом уже с завтрашнего дня начнем работать, тренер скажет, как нам быть дальше. Ну, мы играем реально как дома. Мы находимся в Узбекистане, но мы как будто в Казахстане чувствуем себя. Это огненная поддержка. Такое вообще я, ну, реально видел только в Алмате, в Астане. Ну вот семьи у нас также поддерживают, да, и как здесь со всех регионов Казахстана, со всех прям, там, поговоришь, там, ну, оттуда пишут, вообще это классно, люди приезжают, приехали сюда, это как бы тоже не близко, Ташкент-то ладно, это поближе, но сюда приезжают, так болеют, мы выходим на разминку, там, каждого фамилию, там, хлопают, нам поддерживают, и даже до последней минуты, ну, как нас поддерживали, видели, вообще это только гонят болельщики, как будто дома играешь и кайф получаешь от этого.